Врачи – люди, которым мы доверяем себя и свой организм, поэтому к выбору места, где проходить обследование или лечение, нужно подходить грамотно. Где работают высококвалифицированные специалисты, узнал наш корреспондент. Почти 30 лет в Твери успешно работает медицинский центр «Вера». Пациентов здесь принимают более 30 врачей высокого уровня. Чтобы получать достоверные результаты исследований, в работе используют надежное и качественное медицинское оборудование. Особую гордость представляет собой собственная полностью оснащенная лаборатория. Амбулаторно-поликлиническое звено медицинского центра – это приемы врачей по всем медицинским направлениям, а также собственный вакцинальный центр, проведение ультразвуковой и функциональной диагностики, проведение предварительных и периодических осмотров работников организации. Многие пациенты медицинского центра здесь уже не в первый раз проходили обследование организма или лечение, поэтому точно знают, что они в надежных руках и им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Я привела мужа, прочитала я про этого врача в интернете, мне очень понравились отзывы и решили посетить «Веру». Но муж уже давно здесь был, он знает прекрасно эту клинику, так что, я думаю, мы правильный выбор сделали. Одной из современных тенденций является превентивная медицина или работа на опережение, в которой помогают так называемые ранние маркеры – индикаторы состояния организма. К слову, в медицинском центре также имеется отделение восстановительного лечения, реабилитация после травм, операции на позвоночнике и суставах, физиотерапия. Также здесь располагается хирургическое отделение и собственный дневной стационар. Это комфортабельные палаты с возможностью проведения комплексного курсового лечения. Также в условиях дневного стационара проводится химия. Терапия не только классическими химиотерапевтическими агентами, но а также таргетная терапия с возможностью проведения гормональной терапии. Кстати, в медицинском центре соблюдаются все меры безопасности для недопущения распространения коронавируса на каждом этапе обслуживания пациентов. Медицинский центр «Вера» находится по адресу улица Александра Завидова, дом 13/12.